это было? Откройте! Откройте! Откройте двери! Открывайте, ну! Откройте! Не я закрыл эти двери. В этой аудитории связи нет. Телефон здесь не ловит. Я знаю. Фериха, успокойся, прошу тебя. Как мне успокоиться? И так из-за тебя я не попала домой вовремя. А теперь нам вообще не выбраться. Сколько раз мне уже звонил мой отец? Я прошу прощения за то, что нечаянно оставил тебя здесь. Если бы я знал, что от этого никакого толка, я бы так не сделал. Откройте двери! Откройте! 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 Пиноккио, это твоя игрушка? Интересно, смогли наши планеты договориться между собой? Как ты думаешь, договорились или нет? Гунже, мне вызвать для тебя такси. Знаешь, если мы поужинали вдвоем, поговорили, это ни о чем не говорит. Не бойся, я не постучусь завтра в твои двери. Но я не пытаюсь обидеть тебя. Не пойми меня неправильно. Нет. Мне уже обидно. Обидно, что я приехала, потому что ты поманил меня пальчиком, и я сдалась. Привет. Ханде? Что? Не рад моему приходу? Нет, что ты говоришь? Вы думали, что я ничего не пойму? Ты о чем? Я узнала ваш секрет. Какой еще секрет? Перестань, Курай. Я что, похожа на дурочку? Ну-ка, приготовь мне кофе. А, ну хорошо. Входи, я приготовлю кофе. Я пойду пока... переоденусь. Стой! Ты чего так растерялся? Или в твоей спальне есть кто-то, о ком я не знаю, а? Ханде! Как это понимать? Решил для разнообразия и таких тоже попробовать. Кстати, не забудь вот это. Завтра пригодится на занятиях. Ладно, не буду вам мешать. Пока-пока. Ханде! Увидимся! Ханде, стой, не уходи! Знаешь, я не ожидала такого от тебя, Курай. Я не думала, что ты подлец. Ты что думаешь, что я специально позвал сюда Ханде, чтобы она увидела нас вместе? Она знала, поэтому и приехала. Чтобы убедиться. Вы все такие подлецы. Все. Позвони Ферихе. Какая еще Фериха? Позвони Ферихе, говорю. Телефон недоступен в данный момент. Телефон отключен. Давай, одевайся, поехали. Быстрее!
связи. Мне конец. Послушай, я правда не имею отношения к тому, что нас здесь заперли. Если ты думаешь, что ключи от аудитории у меня, ты ошибаешься. К сожалению, у меня нет ключей от этих дверей. Какие же мы святые! Ты ничего не знал, ты совсем не виноват. Чего ты так злишься? Злюсь, говоришь? Тебе непонятно, что я боюсь не прийти домой вовремя? Что я боюсь опоздать? Может, для вас это не важно, а для меня это важно? Фериха, о чем ты говоришь? Почему это для тебя важно, а для меня нет? Тебе не понять. И другие тоже не поймут. Как будто я единственная в этом университете, которая отчитывается перед родителями. Ну вот сама подумай. Ты никогда не можешь выйти из дома. Не можешь никуда выехать. Боишься задержаться где-нибудь. Со мной так было в школе. Почему ты так сильно боишься родителей? Ты ведешь себя как школьница, Фериха. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.